Дорогие друзья, это телерадиоканал «Страна-ФМ». Лиза Калинина, Никита Некрасов. И в этом часе у нас замечательный, интересный гость. Поэтому я советую приемники делать погромче и слушать очень внимательно. Да, у нас сегодня своеобразный ликбез в научной теме. Наша рубрика «Новости науки и техники» продолжается. Теперь в новом формате. Мы безумно рады поприветствовать у нас в гостях сегодня профессор, доктор биологических наук, научный руководитель отдела эпигенетики, главный научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Львович Киселев. Здравствуйте. Здравствуйте. Все Доброго правильно дня. Сказали. Все правильно, надеюсь. Очень длинно, надо как-то покороче. Ну, будем, да. Иметь в виду, у нас сегодня очень такая интересная тема. Говорить сегодня будем о манипуляциях с геном. Да, с генами. Возможно ли перепрограммировать геном? И также поговорим сегодня о клонировании. Когда мы с вами договаривались вне эфира, вы мне сказали, клонирование уже дело... Ну, прошлых дней, что ли? Уже как-то не ново. Уже это не очень интересно, правда? Ну, конечно. Ведь за клонирование уже вручена Нобелевская премия. Значит, она как бы достигла максимума своего развития. Ну, и дела давно прошедших дней. Ага. Вот так. А что касается манипуляции с генами, вот как у нас вообще в стране с этим делом сейчас обстоит? Ну, смотрите, каждая пара... Это практикующие генетики. То есть, понятно. С этой точки зрения, у нас манипуляции с генами, по-моему, протекают достаточно активно. Дети же рождаются. Ну да, слава богу. Да, слава богу. То есть, такие манипуляции с генами проходят достаточно успешно. Но и с точки зрения манипуляции с генами вне организма, менее естественным путем, тоже все развивается достаточно хорошо, потому что... Научные исследования продолжаются, продолжаются развиваться геномные исследования, постгеномные, что называется, исследования. То есть я считаю, что вполне нормально, учитывая тот уровень науки, который у нас есть в стране. Сергей Львович, давайте для обывателя поясним, что вообще, в принципе, подразумевают вот эти манипуляции с генами? Что, из чего они состоят? Чтобы люди понимали. Это две пробирки, в которые капают какие-то жидкости. Да, гены капают. Капают гены? Нет, совершенно верно. Это действительно могут быть две пробирки. Потому что, значит, наш организм состоит из 10... 14 степени клеточек. Это бешеное количество клеточек, да? И в каждой клетке у нас содержится одинаковый геном, одинаковый набор генов. Да. И, в принципе, если мы из всего нашего организма выделим этот один ген, его будет 10-14 степени копий. Это будет достаточно много, мы его сможем, но если не пощупать руками, то увидеть на специальных приборах. Да? И, соответственно, это нам дает возможность, то есть большая копийность гена дает возможность манипулировать, поместить его в пробирку изолированной с помощью специальных инструментов, которые обладает такая технология, как генная инженерия. Она позволяет выделить отдельный ген и иметь его отдельно в пробирке. Более того, в другой пробирке мы можем иметь другой ген. Потом мы их можем смешать вместе, и мы можем получить слитый ген. Будет один ген и второй ген, и они смогут работать вместе. Вот недавно была вручена, пару лет назад, Нобелевская премия за ген зеленого флуоресцентного белка. Это белочек, который, если посветить на него ультрафиолетом, он начинает светиться ярко-зеленым светом. То есть, если он в клетке, то клетка... засветится ярко-зеленым светом. И вот представляете, если мы возьмем известный ген флуоресцентного белка и неизвестный ген, смешаем их в пробирке, потом введем в организм, это немножко другая история, но это возможно сделать, и потом посветим на этот организм ультрафиолетом. То из-за того, что два гена слитых, из-за того, что два белка оказываются слитых, мы увидим... в каких клетках, в каких частях организма будет работать неизвестный ген, потому что засветится зеленый. И мы визуально все увидим, как это происходит. То есть подобные технологии генной инженерии, они дают возможность наблюдать за процессами, происходящими в клетках, вживую. Мы продолжим совсем скоро. Да, мы хотим напомнить нашим зрителям и слушателям, что можно задавать вопросы в группе ВКонтакте «Страна ФМ» и по номеру 909-928-1-89-9 WhatsApp, Viber, SMS. Мы сейчас послушаем Максима Фадеева и Григория Лепса. Это новинка в нашем эфире. И скоро к вам вернемся. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Напоминаем, Сергей Львович Киселев. Разговариваем мы о генных манипуляциях. Да, вот так, скоро продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем телерадиоканал «Страна ФМ». В гостях у нас сегодня профессор, доктор
доктор биологических наук Сергей Львович Киселев. Это наша программа «Новости науки и техники». И говорим сегодня на такую тему манипуляции с генами. Возможно ли перепрограммировать геном? Есть ли будущее у клонирования? Ну, в общем, все это обсуждаем. И вы можете писать нам смс 909-928-1899, WhatsApp, Viber и группа ВКонтакте «Страна FM». Сейчас напишут нам коллеги Сергея Львовича. Какие-нибудь вопросы зададут. Профессиональные. Профессиональные, да. Надеюсь, профессиональных не будет. Надеюсь, только любительские. Мы с Сергеем Львовичем вот до премьеры, ну не премьеры, а новой песенки от Фадеева и Лепса выяснили, что вообще, в принципе, из себя представляет вот это вот, как это правильно, инженерия, правильно? Генная. Генная, да. Давайте перейдем, может быть, к более каким-то глобальным вопросам. Вот есть ли такие вещи, которые у нас в России, наши ученые славятся, может быть, на которые мы можем сказать слезы? Да ладно! Вот так вот. Такие ведутся исследования какие-то, именно касающиеся нашей темы сегодняшней? Ну, конечно, исследования ведутся. Угу. И задумки какие есть. Планов всегда громадье. Угу. Главное, чтобы это было громадье планов, было доведено до конца. Ведь вот то, что мы говорили в первой части, это была генная инженерия. Угу. Мы брали две пробирки. Угу. Да. И после этого мы этот ген должны каким-то образом засунуть в организм. Понимаете, это сложно. Ну как вот во взрослого человека, во все клетки засунуть ген? Сложно. Правда, я думаю, согласен. Сейчас есть геномная инженерия. Угу. И называется это редактирование генома. Наш геном, он колоссального размера. Это как генетический текст, угу, размером, ну, как, наверное, 10 томов «Войны и мира» Толстого, как минимум. Угу. И это набор буквок. Угу. Угу. И вот как можно найти буковка, одна, если испортилась, называется мутация, угу, может вызывать болезнь. Понимаете? Ее надо исправить. Как среди миллиарда букв найти нужную? Так вот, опять-таки, недавно... Не российскими, правда, учеными, mm-hmm, а французскими и бельгийскими учеными были открыты определенные молекулярные механизмы и определенные ферменты, белки, которые сами могут находить очень точно в геноме одну единственную букву, mm-hmm, и вот как ластиком стирать ее, mm-hmm, одну, ошибку как бы убирать. Ошибку. И вместо нее вставлять правильную букву. Mm-hmm. И это все происходит не в пробирке уже. Это происходит в клетке, и даже может происходить в организме. Но это взрослые, мы про взрослых людей. Это может, речь идет. Да, да, конечно, это может происходить и на уровне одной клетки, и 100 клеток, угу, и 10 в 14. Я просто слышал такое, почему уточнил про возраст. Я читал такую новость, что какие ученые, не помню, честно говоря. Наверное, британские, как возможно. Они доказали, и мне кажется, даже уже какие-то исследования провели, что можно в утробе матери исправлять гены вот зачатки этого организма. И причем исправлять настолько, что теоретически можно добиться нужных черт характера. Условно, вложить в ребенка лидерские качества, еще что-то. То есть это уже даже не касается здоровья человека, болезней, а вот прямо характера даже. Ну, вы знаете, характер, если говорить именно о характере, о лидерских качествах, это ведь не только гены. Если организм попадает в некие условия среды, где находится другой организм с более крутыми генами, mm-hmm, то более сильными. Эти, условно назовем, некими другими, более сильными, то у этого человека не проявятся эти лидерские качества. Mm-hmm. Ведь проявление качеств зависит не только от генов, а от условий среды. Предоставляет окружающая среда плодородную почву, mm-hmm, для проявления качеств? Ну, так что это ребенок? Маму должен пихать изнутри. Так, это лидерские качества? Это будет проявление лидерских качеств? Это будет проявление работы гена. Но это должно быть закреплено потом, чтобы он продолжал пихать не только маму, mm-hmm, а если он появится на свет, и папа ему раз щелбана, а он папе раз в ответ. Вот. Это уже будет закрепление, ручоночкой, если вот папа ему не даст сдачи. Рефлекс определенный. То есть должны быть окружающие условия, которые поддержат проявление этой функции. Потому что кроме генетики вот такого наследования, сейчас вот развивается активно такая наука, как эпигенетика. Да. Это наследование информации, которая не связана непосредственно с нашим геномом, mm-hmm, да, но тем не менее она передается в ряду поколений. Например,
например, наследуется, вот был в Канаде, происходило долговременное отключение электричества, да. И в это время были зачаты там детишки некоторые. И когда проанализировали этих детишек, оказалось, у них у всех были определенные наследования определенных признаков, которые не было у детей, которые были рождены там... При свете, при свете. Зачаты. Да, совершенно верно. То есть даже вот такие небольшие... изменения внешней среды, они отражаются на ребенке. Если это известно, также факт, вот в Голландии во время войны, он хорошо описан, в конце войны женщины в определенном районе голодали и вынашивали детей тоже, значит, в состоянии такого недостатка питания. Угу. Так вот, все рожденные эти детишки, они потом страдали избыточным весом. Угу. Почему? Mm-hmm. Потому что организм, да. Он запомнил состояние матери, mm-hmm. своего развития, испугался. Это страх голода и стал, mm-hmm. и стал как бы... Это не то, что там у них был сознательный страх голода. Мы совсем скоро продолжим. Напомню, у нас в гостях сегодня профессор, доктор биологических наук Сергей Львович Киселев. Несколько минут и продолжим. Оставайтесь с нами. Вот Полина Гагарина призывает всех шагать. Мы вас призываем, наоборот, к нам подходить, потому что у нас очень интересная тема в рубрике «Науки и технологии». Наш гость Сергей Львович Киселев, профессор, доктор биологических наук, рассказывает нам обо всем, что связано с генами, генетикой, геномом, клонированием в том числе. И как раз, собственно, да, вот про клонирование нам очень интересно следующее. То есть получается, если мы так поняли, все зависит также от внешней среды. То есть при клонировании идентично такое же существо нельзя получить? Оно будет генетически идентично. Ага. Но эти генетические признаки, геном, будет реализовываться в совершенно других условиях. Мы же не можем, мы захотели клонировать Эйнштейна. Да. Но мы же, у нас нет матери Эйнштейна. Mm-hmm. Нет для матери Эйнштейна тех условий, в которой она находилась. Это будет там другая женщина, это будут современные условия. Это все будет по-другому. Поэтому родится человек, он может быть похож на Эйнштейна, сильно похож на Эйнштейна, но он будет развиваться и будет развивать свой эйнштейновский потенциал в совершенно других условиях. И он... Совершенно не факт, что он реализуется в новую теорию относительности. Mm-hmm. Он может реализоваться совершенно по-другому. Это так же, как есть однояйцевые близнецы, которые идентичны. Но если их разделить, если их разнести по разным точкам мира и предоставить им различные условия развития, то можно удивиться, как потом они станут не похожи по своему разные развитию. Люди. Да. Нет, конечно, они внешне будут похожи. Да? А вот по своему развитию, по своему... А мы же, когда говорим про клонирование, мы же говорим не только генетика. Мы же хотим получить то же самое, как образ, целиковый образ. Да. И с мыслями, и с идеями. Поэтому нечего бояться клонирования Гитлера. Даже если он будет с усиками, вряд ли он станет фюрером. Усики не те уже будут. Не те. Ну что, давайте прервемся ненадолго. Скоро вернемся, продолжим говорить про клонирование в том числе. Да, оставайтесь с нами. Первый и единственный в России телерадиоканал «Страна ФМ». Один на всю страну. Мы продолжаем. Лиза Калинина, Никита Некрасов сегодня в студии. «Наука и технология» — наша программа. В гостях у нас сегодня профессор, доктор биологических наук Сергей Львович Киселев. Мы продолжаем говорить о манипуляциях с геном. Я хотел бы продолжить тему клонирования. Да, вот сейчас у нас... ставка идет по клонированию, очень интересует многих. Есть такой, бытует миф, вот давайте его либо развеем, либо подтвердим. Способно ли клонирование помочь нам заменить людей, у которых мы будем брать донорские органы? То есть, допустим, клонировать человека, и у него, соответственно, вот заболела печень, отказала, раз, пять, чпок, все. Ну, тут как бы развенчивать нечего, это... В принципе, это возможно. Угу. То есть в этом клонирование человека целиком может помочь. Другое дело, тут же встает большая этическая проблема. А куда девать этого человека без печени? Да.
Да? Поэтому подобный подход, он ставит большие вопросы. А вот как, мы... как в морозилку. Кусок курицы отрезали, сварили суп. А вот это вот, вот с замораживанием-то уже похуже. Угу. Поэтому получается, каждый раз либо надо содержать и поддерживать этого человека обеспечение, угу. да? Либо делать нового клона, если еще что-то понадобится. Угу. На самом деле, это в итоге, если даже посчитать, это получается не очень рентабельно. Угу. Причем процедура клонирования, она до сих пор остается низкоэффективной. То есть для того, чтобы произвести одного клона, мы, в общем-то, очень должны потратить много ресурсов. Да? А с другой стороны, развиваются совершенно другие технологии. Сейчас журнал Guardian пару лет назад назвал новым прорывом в биологии получение так называемых органоидов. Это еще не полный орган, небольшой, но потихоньку начинают уже выращивать орган, органы человека в уменьшенных размерах в пробирочках. Конечно, еще большой путь для того, чтобы увеличить это все в масштабах, но достаточно успешно уже это увеличение в масштабах проходит внутри живого организма. Выращивают фрагменты кишечника, органоиды, трансплантируют, на мышках это показано, и планируют клинические исследования в Нидерландах, и уже маленький кусочек трансплантированный в кишечник способен заполнять большее пространство и как бы формировать этот орган. То есть, в общем-то, необходимость вот в таком вот жестком подходе, там, отрезать голову, пересадить на другое место, а остальное в холодильник, она постепенно отпадает. И клонирование, я надеюсь, вот в плане человека не понадобится. Но если говорить о животных, это, конечно, технология потрясающая. То есть, теоретически, мы, допустим, можем, зная, что, ну, условно, у меня есть предрасположенность к тому, что рано или поздно у меня отвалится, не знаю... Хвост, да. Заранее запланировать, что мы берем кусочек моего хвоста, выращиваем малюсенький хвостик в пробирочке, и потом, когда все-таки хвост мой отваливается, не раз, а он уже наготове. Нет. Да что ж такое-то? Почему? А потому что сегодня существует репрограммирование существует. Совершенно не обязательно брать для этого хвост. Можно взять любую клетку организма. Все, понятно. И сегодня существует технология, которая была удостоена Нобелевской премии в 2012 году, так же, как и технология клонирования, потому что технология клонирования, по сути, это тоже репрограммирование генома, но немножко другим способом. Мы можем взять любую клетку организма и в пробирке вне организма, перевести ее в юное эмбриональное состояние, в то состояние, из которого развивался каждый из нас, когда мы были одноклеточным. И то есть в итоге вырастить нужный орган. А потом орган. Из этой одной клетки уже вырастить любой нужный совершенно орган. Прекрасно. Это называется репрограммирование, когда мы возвращаем генетическую программу назад, вот в юное эмбриональное состояние. А потом мы должны специализировать в ту или иную сторону. При этом нет необходимости сохранять все тело. Мы можем сохранить маленькую пробирочку с этими юными клетками, как бы репрограммированными, и по мере необходимости получать те или иные специализированные ткани. Понимаете? То есть нет необходимости сегодня в клонировании. Поэтому, когда мы с вами обсуждали до передачи клонирование, это действительно не очень сегодня актуально для человека. Тогда другой вопрос. Почему, вот если нет необходимости в клонировании человека? Вот у меня, допустим, и у моего маленького сына есть большущая необходимость в клонировании динозавров. У нас же, мы же добыли уже что-то, из чего материал какой-то биологический. Почему до сих пор среди нас нету, вместо дворовых собак не бегают птеродонты какие-нибудь? Потому что, наверное, у нас нет генетического материала динозавра. Ведь для того, чтобы провести клонирование либо репрограммирование, нам нужно знать геном. И он должен быть целым. Вот, например, геном в клетке человека, он там много этого генетического текста и много томов Толстого, как мы уже сказали, но еще это не только кролики, это не только много мяса, но еще и мех. Это 2 метра нуклеиновой кислоты, ДНК, 2 метра. И она тоненькая, всего 2 нанометра. Представляете, вот эта вот 2 метра штучка, тоненькая, лежит много сотен тысяч лет где-то, валяется. Что с ней случится? Разорвется. Она перестанет быть целой уже. Части потеряются.
и мы не сможем... об этом дорого. Думают, идет речь. Сегодня на такой размер, на 2 метра, сегодня мы можем достраивать на размер, наверное, диаметра. На 2 нанометра, на 10 нанометров, ну, может быть, на 20 нанометров. Что мы можем? На 2 метра мы пока вот это все достроить не можем. То есть, условно, но когда-то наука все-таки дойдет до такого, что мы достроим и такие междудворовых собак. Теоретически, чтобы перенаселения не было еще. Есть сегодня практически технологические преграды к этому. Но теоретических преград к этому нет. Мы скоро продолжим. У нас в гостях сегодня профессор и доктор биологических наук Сергей Львович Киселев. Пишите и вы свои вопросы в группу ВКонтакте «Страна ФМ» и WhatsApp Viber 909-228-189-9. Итак, пока у нас звучит не пара, а другая причина. Вот, а вы задавайте свои вопросы. Ну, уже не только про клонирование, будем говорить конечно, о геноме, о болезнях каких-то. Как хорошо. Лечить их? Да, давайте. Скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Первый и единственный телерадиоканал «Страна ФМ». Телерадиоканал «Страна ФМ» продолжает свой дневной эфир. Наука и технологии. Наша рубрика. У нас в гостях замечательный гость Сергей Львович Киселев, профессор, доктор биологических наук. Мы разговариваем про клонирование, про все, что связано с генами, геномами и так далее. И у нас есть еще немножечко времени, чтобы какие-то вопросы обсудить. Да, у меня такой вопрос. Получается, мы говорили про клонирование отдельных органов уже. И получается, что в будущем это поможет излечивать болезни, которые сейчас отчасти являются, ну, скажем, смертельными. То есть потом эти органы можно будет транспортировать да, в человека, то есть пересадки делать. Но насколько это возможно, реально и дорогостоящее ведь это сейчас? Это когда можно... Ну, дорогостоящее это будет всегда. Чем дальше, тем медицина становится дороже. Это однозначно. Да. А мне вы не заметили? Мне казалось наоборот. Ну, вы еще не пьете таблетки. Новые технологии, все дела. Новые технологии, они требуют больших вложений, соответственно. Плюс ко всему, стареющее население, оно требует еще больше. Когда-то новые технологии, они же будут пододвигаться более новыми. И вот те, которые были новыми, они становятся более доступными. Не факт. Это маркетинг. Сплошные разочарования сегодня. Так вот, на самом деле, технологии, о которых вы говорили, о том... регенеративной медицины на основе трансплантируемых клеток, которые получены в лабораторных условиях, уже есть. Правда, на начальных стадиях проводятся клинические испытания. Вот так японский ученый Шинья Яманака, который как раз придумал технологию репрограммирования и получил за нее Нобелевскую премию, уже начал лечить зрение. Он трансплантирует клетки, выращенные в лаборатории, в глаз пациентам, у которых есть возрастная макулодистрофия, потеря центрального зрения. Это еще клинические испытания, но тем не менее это идет. Начаты клинические испытания лечения болезни Паркинсона. Это такое заболевание, связанное с возрастом, достаточно массовое, тяжелое, неизлечимое. И трансплантация клеток помогает значительно увеличивать продолжительность жизни и качество, главное, жизни этим пациентам. Вы правы, что это стоит прилично. Плюс ко всему, мы все-таки вынимаем что-то из организма, мешаем тут палочкой, а потом обратно. Проблема безопасности. Мы должны быть осторожными. С одной стороны, все делать аккуратно – это деньги. Без этого не деться. Это большие помещения специальные, это специальные реактивы, специальные люди. Мы должны подождать некое время, посмотреть, чтобы не было злокачественной трансформации от того, что мы сделали. И время – это тоже стоит денег, естественно. Из этого складывается общая стоимость медицинского продукта, поэтому они получаются... Да, чем сложнее технология, тем дольше это занимает, тем сложнее обходится продукт. Но это идет. Это хорошо движется. И получается, ну вот я поняла, какой вы новости вы говорите. Вот что касается зрения, там же, правда, очень положительные результаты, по-моему, там. Да, уже есть какая-то реакция определенная, человек есть. Стал видеть. Часть там клинических исследований уже была закончена, и там действительно больше половины людей приобрели зрение. При этом это были только начальные этапы, очень маленькое количество клеток трансплантировали, потому что боялись негативных последствий и так далее. Это активно все развивается, и в ближайшие там 5
5-7 лет, конечно же, некоторые технологии станут доступны широкой публике. Сергей Львович, у нас не так много времени остается, и все же хотелось бы, может быть, порадовать чем-то наших слушателей и зрителей. Есть ли где-нибудь на горизонте те вещи, которые вот в ближайшее время станут достоянием общественности? Вы и ваши коллеги, чем нас, вот обычных людей, которые ничего не соображают в этих науках, вот что-то такое, что вот прямо сейчас мы вам расскажем, и вы будете рады? Ну, я считаю, что все, что я рассказывал, должно радовать. Я согласен. Я имею в виду, что какие-то вот... Это все то, что происходит сегодня, и даже я немножко, так сказать, заглядываю в будущее, давая свою оценку, перспективу этому. Ну, действительно, вот технология органоидов, она развивается совершенно фантастически. И это будет принципиальный шаг. А технология органоидов даст не только возможность трансплантировать эти органоиды, но на них мы можем точнее изучать лекарства. Точнее, чтобы лекарства были более направлены. Это уже используется. Это совершенно другой подход, который дается. То, что мы сегодня видим, вот возьмите по Нобелевским премиям. Ведь в основном Нобелевские премии, что по медицине, что по химии, они тоже по биомедицине вручаются, тоже по биологии, по наукам о жизни. То есть 21 век сейчас называют, в общем-то, веком наук о жизни. И например, геномное редактирование, о чем мы говорили в самом начале, когда мы внутри организма можем очень точно найти одну буковку из миллиарда и исправить ее, это фантастика. Она сейчас делает робкие шаги, но все боятся. А что, если мы наисправляем это? Вот эти ошибки, они уже дрожат. А что, если мы вроде бы одну-то исправляем, но одну на миллиард мы должны... А если мы куда-то внесли еще ошибку? И еще, конечно, очень важно, вот мне кажется, на этом поставить точку, что какой бы набор генов у вас ни был, очень важный фактор внешний, да, то есть где человек... Да, как вы этими генами пользуетесь? Да, да. Надо как правильно где, этими генами пользоваться. И это надо начинать, конечно, с самого начала, с юности. Спасибо. Ну что ж, друзья, к сожалению, подошло наше время к концу. Сергей Львович Киселев был у нас в гостях, профессор, доктор биологических наук, научный руководитель отдела эпигенетики, главный научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова. РАН. Спасибо вам большое, Сергей Львович. За прекрасную беседу, еще. Да, мы еще, надеюсь, встретимся. И каждый день по будням теперь мы ждем в гости вот такие умы, наши российские светлые головы. Спасибо. Спасибо. Огромное. Спасибо. Хорошего дня.